12 августа во всех странах мира празднуется Международный день молодежи. В первый раз эту дату отмечали в 2000-м. Главной целью послужила идея обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются представители современного поколения. А какие трудности происходят с представителями молодого поколения нашего города? С этими вопросами на улице города вышла наша съемочная группа. Если опираться на классификацию Организации Объединенных Наций, возраст тех, кто относится к молодежи, составляет от 15 до 24 лет. В настоящее время это более 1 миллиард человек, то есть 18% мирового населения. Многие из них проживают в развивающихся странах и страдают от ограниченного доступа к ресурсам, услугам здравоохранения, образованию, профессиональной подготовке, трудоустройству, а также экономическим возможностям. Эти проблемы остро стоят уже не одно десятилетие. Каким-то странам их удалось преодолеть, а каким-то еще предстоит большая работа в этом направлении. Наша республика, как и страна в целом, скорее относится ко второму типу. Найти выход из сложившейся ситуации – задача, которой занимаются на самом высоком уровне. Но, как показывают факты, пока все остается по-прежнему. Отсутствие занятости. Работы нет. Маленькая зарплата. Все, наверное, еще мало мест, где можно провести время. Трудоустройство, конечно, важно, ведь именно оно определяет статус человека в обществе. Но, как показал социологический опрос, помимо этого молодежи хотелось бы проводить свое свободное время с интересом в компании единомышленников. То есть в нашем городе мало мест для развлечений. Возможно, есть еще много разных предложений, которые наверняка были бы учтены. Но главная проблема современной молодежи – то, что никто из них не хочет высказать свое мнение, быть услышанным, донести свою мысль. А значит, такое положение вещей не скоро поменяется. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, новости Каспий ТВ.